Меня зовут Вадим. Я с детства занимаюсь различными единоборствами. Я хочу быть всегда в форме, суметь постоять за себя и суметь защитить моих близких. Спорт – это моя жизнь. Я хочу развиваться и становиться сильнее. Хочу гордиться тем, кем я стал благодаря упорным тренировкам и своей воле к победе. Я хочу. Меня зовут Виталик. Мне всегда было интересно, что происходило в прошлом, как развивалась история человечества. Я хочу больше знать о том, кем были наши предки, потому что без знания истории у нас не будет будущего. Я хочу стать учителем истории, хочу передавать как можно больше знаний другим людям. Я хочу. Я Сайкен Элит. Я профессионально занимаюсь танцами с 4 лет и хочу заниматься ими всю жизнь. Танцевать значит проявлять свои сверхвозможности, поддаваясь энергии и силе танца. Танец – это мой жизненный пульс, мое дыхание. Я хочу выражать счастье и печаль, радость и грусть, любовь и ненависть в движении. Я хочу. Меня зовут Сергей. Впервые я попробовал наркотики в 14 лет. Я устал бояться и чувствовать боль. Я не хочу быть здесь. Я хочу жить.